Подумываете о переезде за границу? А вы знали, что кризисы и нестабильность в мире стимулируют и подталкивают людей на переезд? Наиболее популярные страны среди жителей постсоветского пространства для эмиграции остаются Германия, США, Канада, Испания, Япония, Франция, Болгария, Австрия, Польша, Финляндия и Норвегия, свидетельствуют данные принимающих стран за 2020-2021 год. В октябре 2020 года президент Российской Федерации подписал новую концепцию миграционной политики, которая должна стать очередной попыткой вернуть в Россию соотечественников из-за рубежа. Причины для беспокойства у власти есть. 2021 год отметился в статистике Росстата резким увеличением числа уезжающих эмигрантов из Российской Федерации, даже из таких городов, как Москва и Санкт-Петербург. В 2021 году Росстат отсчитался о 377 тысячах человек, покинувших страну, да и приезжие из ближнего зарубежья не хотят работать в РФ и предпочитают западные страны. Это рекордный показатель за последний период, который поддается сравнению. Число эмигрантов выросло в три раза по сравнению с 2019 годом. В Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане каждый второй гражданин до 35 лет планирует переехать, уже эмигрировал или подумывает об этом. В этих странах кризисы проходят намного хуже и дольше, чем в Российской Федерации. Низкие зарплаты в наших странах, которые в 8-10 раз ниже, чем минимальная ставка, популярная для переезда Польши, подталкивает людей на поиск лучших условий. Также влияет надежность европейской валюты и падение ценности национальных денежных платежных систем – рубль, сом, сум и других.